видели эту шизофрению с тем, что азербайджанские спецслужбы звонят жителям Арцаха, мол, продавайте свои квартиры. Эй, вы там успокойтесь, квартиры они будут у нас покупать в Арцахе. Вы сначала 100 миллиардов долларов за бакинские квартиры верните и не рассчитывайте на лохов. 100 миллиардов долларов. Где эта компенсация? Вот эти вот, как я сказал, ганджалиевские сказки по поводу того, что мы купим у вас дома, как я сказал, сначала верните 100 миллиардов долларов за бакинские дома, в которых вы живете. В моем доме живете вы. В моем доме, за который моя семья поколение из поколения. Мы всегда свой хлеб кушали. Вот это тоже, знаете, частый мем. Жили у нас в стране, кушали наш хлеб. Мы всегда свой хлеб кушали, жили на своей исторической родине до того, как вы, бозгурты, пришли на нашу землю. Баджарана Джангурбан.